Лидеры христианских церквей примут участие в разработке новой турецкой конституции. Конституционный комитет парламента пригласит патриархов Константинопольской, Православной, Армянской, Апостольской и Сирийских церквей для консультации при разработке новой конституции. В Турции живут христиане разных конфессий. Турецкие власти недостаточно хорошо знакомы с проблемами этих слоев населения. Поэтому комитет решил прибегнуть к помощи глав христианских церквей, заявил член парламентского комитета Алтан Тан. Приглашенные для консультации патриархи представляют крупнейшие христианские общины, в целом более 80% христиан, проживающих в Турции. Оставшиеся менее 20% христиан являются членами армяно-католической, римско-католической, халдейской и протестантской общины.